500 рабочих мест за 3 года. Таковы итоги программы «Дорожная карта занятости 2020» в Каркаралинском районе Карагандинской области. Причем в традиционно сельскохозяйственном регионе стала активнее развиваться сфера услуг и промышленности. Алия Сыздыкова расскажет подробнее. У каркаралинских детей скоро появится собственный досуговый центр. Это по сельским меркам почти роскошь. Новоиспеченная бизнесвумен Салтанат Каирбекова решила открыть собственное дело, причем такое, чтобы приносило пользу людям. В рамках государственной программы женщина получила кредит в 3 миллиона тенге. Сейчас возводится здание центра. На его строительстве задействованы 8 человек. А с открытием здесь появится собственный штат сотрудников. Весь этот центр строится для того, чтобы дети сельских регионов была у них такая же возможность, как у детей в городских зонах, знать, что это такое, что какие досуговые центры есть, чем было занять этих детей. Женщин в бизнесе в Каркаралинске становится все больше. Саруар Алшимбаева уже открыла собственную столовую на 20 мест. Предпринимательница не скрывает, это стало возможным только при поддержке государства. Штат у нас небольшой, 4 человека, но мы справляемся. Я уже получаю заработную плату. Есть работа, есть доход, что еще надо? Думаю, поддержка бизнеса с помощью госпрограмм – это большие возможности для каждого жителя Казахстана. В основном сначала реализация. Много проектов было на развитие животноводства, так как много это были жители сельских местностей. Тем не менее, есть хорошие проекты, это как теплица, тепличный комплекс, открытие пекарни, мини-пекарни для обеспечения того же села хлебобулочными изделиями. Есть открытие общественной бани, есть такие проекты. Также открытие парикмахерской, изготовление шлакоблоков, стройматериалов. В Каркаралинском районе сегодня настоящий бум сферы услуг. За последние 3 года по программе занятости около 500 человек нашли постоянную работу. И впервые за долгое время, кроме источников дохода, сельчане получают еще и комфортные условия для жизни. Алия Сыздыкова, Сета Саинов, Карагандинская область.